и ночью. И днем, когда заболел, с болезнью справиться сам не сумел. Не обойтись нам без помощи, машины скорой помощи. Если загорелся дом, если дым стоит столбом, огня, чтобы устранить причину, зови пожарную машину. Машина по дороге мчится. Еще чуть-чуть — авария случится. Чтоб на дороге была дисциплина, ее остановит полицейская машина. Полицейская машина. Машина скорой помощи. Пожарная машина. Сто лопат и 200 рук заменяет этот друг. Землю он ковшом копает и в машины загружает. Строишь дом или сарай? Экскаватор вызывай. Thank you.
землю, что тут накопали, увезем на самосвале. У машины этой кузов для любых сыпучих грузов. Добирается, и сам он разгружается. Экскаватор. Самосвал. Если на обычную машинку установить мощный мотор, спортивные шины, антикрыло и еще много всего другого, то получится гоночная машинка, которая умеет быстро разгоняться и ездить на перегонки с другими машинками. Закончилась автогонка. А теперь давай посчитаем, сколько машинок в ней участвовало. 1, 2, 3, 4, 5.